Памятник невесте в Иванове будет. Вопрос, где, пока открытые региональные и муниципальные власти всерьез задумались над тем, чтобы установить в Иванове скульптуру символа города. На официальной страничке правительства в социальных сетях объявлено голосование. Мнения жителей разделились. 60% за установку, 40% против. Те, кто инициативу поддерживает, голосуют за место размещения скульптуры. Лидирует территория ЗАГСа. Реально эту идею воплотить уже в 2018 году, потому что Ивановская область намерена участвовать в программе федеральной формирования комфортной городской среды до 2022 года. И если в этом году совместно с населением, совместно с общественностью выработать концепцию, разработать проект, то в следующем году можно реализовать этот проект за федеральные, областные и местные деньги. Делать из Иваново свадебную Мекку никто не думает, но в планах на благоустройство есть идеи, которые могут понравиться молодоженам. На набережной реки Увать, рядом со спуском с улицы Калинина, городские власти планируют создать фотозону для влюбленных пар. Средства пойдут из федеральной казны. Набережную преобразят в рамках программы «Комфортная городская среда. Благоустройство общественных пространств». Молодожены могли бы делать даже и пешие туры, либо автомобильный тур, совершить совсем недалеко и осуществлять там фотосессии. Или просто как-то весело провести время. А там будет организована беседка, будет скамейка такая достаточно креативная для фотографирования. Ну, устроено, скажем, такое просто уютное местечко для красивых селфи, фото и так далее. Отметим, что памятник невесте, даже если будет установлен в Иванове, уникальным в своем роде не станет. Скульптура девушки в белом платье уже красуется на одной из площадей Геленджика. Напомним, первым идеей поставить в нашем городе монумент в честь невесты загорелся мэр Владимир Шарыпов. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.